Всем привет! Готовы поливать и поорать? Тогда смотрим это видео, потому что сегодня у нас самый большой таракан на этой планете. Для биологов и для арахнокиперов вряд ли это будет какой-то сенсацией, но для обычных людей, которые прямо сейчас смотрят, это будет сенсацией. Поэтому, ребята, если вам не интересно, и вы знаете, кто такой мадагаскарский таракан, то выключаем видео и не ставим дизлайк. Если вам что-то не нравится, то пишите лучше об этом в комментариях. Так я это смогу увидеть и учесть свой недостаток. Потому что дизлайками вы только настроение портите и статистику видео портите. Засираете, можно так сказать. Лучше в комментариях напишите. Ну а сейчас погнали! Ну а для разогревки покажу мраморных тараканов, которыми я кормлю своих пауков. Они у нас, ребята, находятся вот тут. Могу тронуть немного. Они вот такие. Ну их прямо, наверное, нафига, можно так сказать. Вот же. Не будем их трогать больше. А теперь, дамы и господа, то, ради чего вы сюда пришли. Мадагаскарский таракан – это самый гигантский таракан на планете. Он умеет шипеть. Послушайте. Его кормят огурцами. И у него гигантская скорость. Допустим, смотрите, он шипит, и у него гигантская скорость бега. Если его посадить, то он бежит вот на такой скорости. Он реально огромный. А еще он пускает неприятную гадость из своей пятой точки, которая ужасно пахнет. Для того, чтобы отпугнуть своего врага. Всем пока! Ну а пока что мы поснимаем этого уродца. Потому что больше нам делать, естественно, нечего с этим видео.